Это Винлайн Тайм. Ром, судя по отзывам других ребят, это одни из самых тяжелых сборов. Ты согласен? Ну, сборы тяжелые, да, действительно. Много работы. Работаем в двухразовом режиме. И, конечно, действительно, сборы очень тяжелые. У тебя отпуск был не такой большой, как у остальных из-за сборной. Как сейчас свою форму, состояние оценишь? Честно, не знаю. Работаю на максимум каждую тренировку, а форму, наверное, будет видно уже, когда начнем играть официальные игры. Тогда уже можно будет сказать, в какой форме я нахожусь. Многие отмечают, что сейчас много молодых ребят в «Спартаке». Ты, понятно, не ветеран, но, тем не менее, опытнее, чем многие. Так уже ощущаешь себя таким передающим опыт? Ну, да, действительно, у нас много ребят очень молодых. Что-то им подсказываю, что-то они у меня спрашивают. Они, конечно, прислушиваются как ко мне, так и там, к другим ребятам, которые там, моего возраста или постарше. Я думаю, это абсолютно нормально в команде, где есть молодые, так и опытные ребята. Завтра матч ЦСКА. Понятно, что турнир товарищеский, тем не менее, такую встречу, наверное, да? Контрольный назвать, язык не поворачивается? Ну, у нас первая задача, это мы должны подготовиться к первому официальному матчу, который у нас будет в Сочи. Вот. Понятно, что завтра матчи с ЦСКА и, конечно же, для болельщиков, да и для нас тоже это, ну, такой принципиальный матч. Я думаю, тот, кто на данный момент лучше готов физически, наверное, тот и победит. На днях был объявлен список 33 лучших игроков прошлого сезона. Ты был включен, да, в него. Что для тебя значит это признание? Для меня признание лучше, чтобы команда находилась как можно выше. А это индивидуальные награды. Это для меня лично это второстепенно. Поэтому, ну, приятно, конечно же, что я получил эту награду. Но опять же повторюсь, что лучше бы я ее не получал, но мы заняли там первое место. Время ставок.